Я пошел. Хорошо. Голубочком, да. Девчонки, вот с этой стороны так. Все, фотографом берем тебя с собой. Юлечка, побольше горизонтальных, они просто для сайта Начинаем уже строиться. Свеча вот здесь, полукружье ваше. Красиво здесь, как обед, и вот здесь полосочкой, прямо ровненько. Родители за вами. Кадеты, подходите, пожалуйста. Он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром, и сказал негромко он. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской пронесся над землей. Дорогие друзья, эти слова Николая Добронравова стали, наверное, самой узнаваемой характеристикой первого человека Земли, который покорил космические просторы, Юрия Алексеевича Гагарина. Завтра, 12 апреля, весь мир, все прогрессивное человечество будет отмечать знаменательную дату. 60 лет со дня полета первого человека в космос. Мы с вами сегодня собрались здесь, у памятника, у бюста Юрию Алексеевичу Гагарину, чтобы своим творчеством, своими стихами, своими добрыми словами еще раз напомнить нашему младшему поколению и вспомнить всем нам этот удивительный день, который произошел 60 лет назад. Ликовал весь мир, а больше всего ликовала наша Родина, наш Советский Союз. Это наш советский парень, коммунист Юрий Гагарин, покорил космос. По инициативе Кабардино-Балкарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз «Надежда России» мы проводим здесь поэтический час, посвященный Юрию Алексеевичу Гагарину и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Слово для выступления предоставляется первому секретарю Нальчикского горкома партии Евгении Султановне Шидаповой. Дети, как приятно сегодня вас всех видеть, участников такого конкурса поэтического, красивого. Лучше не скажешь, но чтобы не утомить вас, я просто поделюсь. Но 60 лет тому назад, 12 апреля 1961 года, что произошло со мной? Да нет. Я так давно живу на этом свете, поэтому мне повелось именно присутствовать, услышать, увидеть, почувствовать то, что было в этот день. В наш урок в класс заходит директор школы и говорит: наш человек в космосе, полетел Юрий Гагарин. Мы все, я вот помню, я была тогда в том возрасте, как вас не помню, 6-7 класс, мы все с таким этим встали, понимаете? Нам никто не командовал, никто не давал никаких указаний. Вся школа, все классы, все дети вышли во двор. Мы вот так смотрели в небо, у нас такое чувство было, как будто бы вот сейчас мы его увидим над собой. Естественно, мы его не увидели, но вот такое, знаете, такая гордость за нашего человека, такое счастье, что наш советский человек, что дорогу проложил именно наш советский человек, который
освоение космоса начинала наша страна. И наш человек пошел первым в космос. И вот это, знаете, такое чувство, что мы кричали, мы смотрели в небо и думали, каждое лицо, кто стоял тогда, переполнилось таким счастьем. И я не знаю, о чем мы думали. Мы думали только о том, что вот какая-то большая радость переполнена нашей душой. Хотя 60 лет прошло с тех пор, вот этот день настолько запомнился. И не то, чтобы забыли, а наоборот, с каждым годом как-то вот свежее в памяти восстанавливается. Поэтому вот я и до сих пор горда тем, что все-таки великая держава, бывший Советский Союз, наш человек советский, Юрий Гагарин, был первым, который свысока, с космоса посмотрел на нашу Землю. И не только он посмотрел, он объездил еще всю страну, весь мир. И понимаете, независимо от национальности, независимо от места расположения, где они живут, независимо на каком языке они говорят, и независимо какой нации, все хотели прикоснуться к нему. Поэтому он объездил весь мир, каждый хотел увидеть его воочию, быть рядом с ним и просто посмотреть, насколько вот этот могущественный, что ли, человек, который покорил космос, я могу его вживую увидеть. Это было, это есть. Вот вы сейчас будете читать стихи. Я не знаю, насколько вы будете вникать в смысл тех слов, что вы будете произносить, но я уверена, сегодняшний день в каждом из вас запомнится надолго. Поэтому успехов вам, читайте, мы вас послушаем, и дай Бог, чтобы много таких достижений могла бы еще увидеть на нашем веку. Спасибо, Евгения Султановна. Во знаменование сегодняшнего события, за большую поддержку в подготовке и проведении этого мероприятия, мы награждаем благодарственными письмами замечательных людей, для кого сегодняшний день – большое знаменательное торжество. Благодарственным письмом награждается Евгения Султановна Шидакова под наши аплодисменты. Ура! Я объявила. Благодарственным письмом награждается председатель правления общества книголюбов Кабардино-Балкарской республики Наталья Петровна Шинкарева. Благодарственным письмом награждается Елена Петровна Букина, руководитель благотворительного фонда нашего женского движения. Почетной грамотой награждается Марита Хасаншевна Жамбекова за подготовку лауреатов республиканского конкурса творческих работ, посвященных 60-летию первого полета человека в космос. Поздравляем вас! Почетной грамотой награждается Фатима Алиевна Тазова, руководитель литературной студии «Свеча» за подготовку лауреатов республиканского этапа Всероссийского творческого конкурса. Всей души поздравляем вас, дорогие друзья! Ну что, дорогие наши друзья, участники, мы начинаем наш поэтический час. Я приглашаю сюда к памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину, воспитанника литературной студии «Свеча» Азнаура Хатькутова. Прошу. Сюда, к памятнику, читайте стихи, кладете цветов. Мы звездный путь проложим вдоль Млечных берегов, открыв земным прохожим созвездия миров. Там жизнь необычайна, во всем иной уклад. Нас радость ждет и тайна, там каждый дух, как брат. Спасибо, Азнаур. Награждаешься дипломом лауреата республиканского этапа Всероссийского творческого конкурса «Путь к звездам». Аплодисменты. Приглашается Дамир Аришев, воспитанник литературной студии «Свеча». Ты стал героем всех времен, и ныне планета рукоплещет в тебе. Ты, космонавт планеты, первый на Земле, с надеждой глядел в лицо Вселенной. Поехали! В эфире произнес. О, человек, навеки стал ты первым, кто смог достичь высоты. Тебя потомки вечно помнить будут.
за ратный труд и подвиг на земле. Улыбку славную вовеки не забуду, хранять сердца. Далекие туманности вселенной, ее просторы жадно будут. Ты человек, навеки стал ты верить. Кто верит, тот. Молодец. Наш Евгений лауреата и такой замечательной книжкой. Покажите Евгению Султанову специально к юбилею выпущены такие замечательные книги, посвященные Юлии Гальдину. Молодец! Приглашается Дмитрий Шорохов, воспитанник литературной студии «Свеча». Готовится Владимир Шорохов. Цветочек почему где-то? Продал, наверное. Ну что, цветы дорогие. Наш человек. Не угасай, свеча России, мы все дорожим. О чем вещают нам мессии, о чем мы сами говорим. Россия слышит, тяжко дышит, окровавленное ермо. Рушник, грядущий счастьем выше, но не придет оно само. Смешалось все в калейдоскопе, свободы, ярмарки, тюрьмы. Мы все как будто бы в окопе, и все-таки в атаке мы. И будни, и святая дата, и водка, и привычный квас, и ржавый котелок солдата, и туфли фирмы Adidas. И аплодисменты. Ура! Аплодисменты. Надо доводить. Сначала, нормально, пусть посмотрит продолжение. Ничего страшного. Мама паузу пока поставит. И покарик. Эта путаница злая, неразбериха, хоть кричи. Все выше Бог, все ниже знамя, все смертнее. Максим, простите, пожалуйста. Это не экзамен. Ничего, ничего. Все выше Бог, все ниже знамя, все смертнее. Пламя у свечи, нас беды били и косили за каждый безобидный грех. Не угасай, свеча России, молитва и надежда всех. Молодец! Молодец. 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 Володя, Шорохов Владимир. Если кто точно знает, называйте еще и автора произведения. Правда, это тоже надо услышать сегодня. Кто написал? Кто знает? В. Астеров. Звездный дом. Владимир. Начни еще раз. А если 4, то что? Владимир Астеров. Звездный дом. Стартуют в космос корабли. И за мечтою. Дерзновенный. Как здорово, что мы смогли в простор вырваться вселенной. Приятно все же осознавать. Себя жильцами в звездном доме. Миры, как в комнаты шагать. Через порог на космодроме. Молодец. Спасибо за участие. Ислам Алоев продолжает наш поэтический час. Творение Махмуда Ахтар-Шаров. Поехали. Сказал, поехали, Гагарин. Ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень. С тех пор эпоха началась. Эпоха странствий и открытий. Прогресса, мира и труда, надежд, желаний и событий. Теперь все это навсегда. Наступят дни, когда пространство, кто хочет, сможет породить. Хоть на Луну, пожалуйста, странствуй, никто не сможет обойти. Вот будет жизнь, но все же вспомни, что кто-то первый не полетел. Майор Гагарин, парень скромный, открыть эпоху он смел. Молодец, молодец. Приглашается Милана Балаева. Милана, когда последний закупленный дом, так хорошо сентиметр снова. Я думаю, после всех путей, живую красоту сегодня, тысячу галактик, сечение звездных галстиков, она не улететь, не улететь, занимает с ним всякий раз, в своей земле мы оставляем сердце. Молодец. Молодец.
поздравляем тебя. Марьяна Балаева продолжает наш поэтический час. Пусть нас дает. Пусть тоже говорит. Пусть Гагарина легко. Идите сквозь закат и рассвет. Никто никогда так далеко не отрывался от одной планеты. Он может сам отчизны на зеленом. Он бросил людей до того вида. Никто никогда еще как он. На всей земле не становится отсюда. Товарищ наш, ему уже помнишь ей. Он больше идет, что мы еще возьмем. Сердца на волну. Ой, ти боже мой, какой момент шикарный. Амина Байрахтарова. Юрий Гагарин был первым на свете, кто в космос полет совершил. Он летчик отважный и смелый, страну прославил на весь мир. Теперь я горжусь тем, что знаю, тем же был Юрий Гагарин. Отвечу вам. Спросите, отвечу вам Бог. Он летчик был выше, чем мог взлететь. Браво, умница вообще. Аминочка, поздравляем тебя, молодец. Браво. Продолжает выступление Анвер Байрахтаров. Мальчика. Я помню, солнце в этот день искрилось. Какой был удивительный апрель. И сердце с радостью искрилось. Гагарин из космоса прилетел. Его все по улыбке узнавали. Такой улыбки не было второй. Весь мир вдруг оплескал. Все ликовали. Гагарин облетел наш шар земной. С тех пор приблизились неведомые дали. Осваивают космос корабли. И начал полет российский славный парень Гагарин, первый космонавт Земли. Браво! Я ему говорю спасибо. Тебе огромный такой же замечательный книжечку. Камила Кушхабиева. Обычным шумом улица полна. Идет весна, работа в разгаре. И из вселенной радиоволна. Клянусь именем своей Гагарин. Оно во всех пальцах. Во все сердца, как ласточка, влетает. И мать земля дыхание затаяла. Полет героя сына наблюдает. День обычных праздников зажжет. Вся жизнь отныне сказочный полет. Гигантский шар космического века. С победой, люди, поздравляю вас! Свершилось, прожил долгий час. Повернулось все в сердце человека. Камилочка, подарочек подарили? Да. Дамир от Лихугова. Приглашается Лаура Конокова. Громче, читай. С 7 лет я начала ходить на дополнительные занятия. Спустя 3 года я поступила в литературную студию «Свеча». На первом же занятии я погрузилась в мир литературы. И даже написала книгу «Лучи солнечного города». Литературная студия стала для меня вторым домом. Меня всегда там поддерживали, помогали в трудных ситуациях. Я очень благодарна моему педагогу Фатиме Алиевне за ее советы и помощь. А сейчас я хочу прочитать вам авторское стихотворение, посвященное первому полету человека в космос. Путь к звездам. Все
вселенной тайны человечеству открылись. Шагнул открытый космос человек. Заполнил мир полет научной мысли. Ракеты под названием «Восток». Путь к звездам начинался с Байконура. Отправился советский человек в пространство, неизведанное впервые. Космос поразил все 60 лет. Он Землю облетел, Гагарин, Юрий, вернулся покорителем высот. Герою вслед и звезды улыбались. И это писано. Молодец. А Дина Эльжирокова? Нету ее. Адам Балкаров, пожалуйста. Время Владимира Степанова. Юрий Гагарин. Космическая ракета с названием «Восток». Он первый на планете. Подняться с ним. Мы это будем песни. Весенние песни. Великий путь вместе. Гагарин. Молодец. Пусть будет вместе. Молодец. Идар Балкаров продолжает наш поэтический час. Когда он на землю вернулся, закончил звездные дела, так глазу поулыбнулся, так улыбка так была тепла. Не только доброта и сила, ни капли превосходства нет. Аплодисменты! Браво, браво, браво! Дорогие друзья, свои замечательные выступления подарили нам воспитанники литературной студии «Свеча». И сегодня под ваши добрые аплодисменты мы вручаем литературной студии «Свеча» наш диплом. Диплом лауреата республиканского этапа всероссийского конкурса «Путь звездам» и грамоты тем, кто не подошел. Поздравляем вас от всей души. Спасибо. Дорогие друзья, наш поэтический час продолжают участники, воспитанники, ученики первого кадетского класса полиции Кабардино-Балкарской республики. Я приглашаю Марину Желкибаеву с ее стихотворением. Прошу. Аплодисменты такие добрые. Дебютант. Нечего. Вот это Приглашается Эльвира Азаматова. Солнце, звезды и луна, все небесные тела. В небо я вчера летала самым лучшим капитаном. Наш космический корабль плавал там, как дирижабль. Шел там снег, конечно, луна, желтый, синий, изумрудный. На луне не первый год ходит спутник луноход. Ищет там живую воду, грунт и всякую породу, чтобы там сажать цветы самой звездной красоты. И, конечно, апельсины, землянику, сливы, дыни. Приходили к нам Нептун, Марс, Венера и Сатурн. И вчера я в лунной печке пироги пекла. А теперь, признаюсь я, без скафандра там нельзя. Я же просто фантазерка и веселая девчонка. Молодец! Браво! Поздравляю тебя, спасибо. Приглашается Ратмир Закураев. Я давно уже не крок, позовут отвечу вещи. Полечу не о родине, потерявшимся мирам. Меньше звезды, все побывать уже пора. А туманность Андромеды жить спокойно не дает. Надо все мне там разведать, есть добро для звездолет. Подходящая планета, притормаживай скорее, но
много здесь воды и света. Жизнь возможна, есть на ней. Будь спокоен, Эммануэль, мы теперь с тобой друзья. И ругаться надо стоит, воевать совсем нельзя. Я взрослею, планы тоже, все теперь в моих руках. И никто уже не скажет, он питает облака. Молодец! Радмир Закураев, отличник учебы и участник всех наших поэтических конкурсов. Молодец. Приглашается Лалина Терчекова. Я стою на пороге вселенной, ведь и космоса веет вперед. Все, что вечно и все, что мгновенно, приверною звездной пыльцой. Диана Жукова. Амина Гузиева. Черный бархат неба, звезды не расширит, светлая дорожка по небу бежит. От края и до края стелится легко, как будто кто-то пролил по небу молоко. Но нет, конечно, в небе ни молока, ни солнца, ни звездную систему свою так видим сбоку. Так видим мы галактику, родной далекий свет, на столько космонавтики, на столько тысяч лет. Приглашается Айна Тукенова. Упорно из дома осуществляя от звездов затаенную мечту, сегодня мы по космосу шагаем всего 50 лет. Тропинку в космос протоптали малость, полтысячи землян из разных стран. Совсем непросто это получалось, немало жизней потеряли там. Всего полвека лишь с того апреля, когда простой советский парень наш от грандиозности судьбы смелее впервые космос взял на абордаж. А звали паренька Гагарин Юра, его послала русская земля. Талантищем Сергея Королева он стал матросом космокорабля. Века пройдут и люди по планетам ходить начнут, как нынче по гостям. Но не забудут никогда об этом, о первом шаге к звездным адресам. Умница. Ты слышала, Наталья Петровна, что сказала? Молодец. Умничка, молодец. Спасибо огромное нашим замечательным кадетам первого класса полиции МВД по Кабардино-Балкарской Республике. С большим удовольствием приглашаю принять участие в нашем поэтическом часе воспитанников образцового детского коллектива «Альтернатива». И «Свеча» и «Альтернатива» — это воспитанники замечательной детской академии творчества «Солнечный город». Давайте поаплодируем нашему солнечному городу и приглашаем сюда, на нашу импровизированную сцену, Малика Небежева. Киров Малик. Станислав Куняев, когда мы вылетим в пространство? Когда мы вылетим в пространство? Когда мы вылетим в пространство? Аплодисменты мало хлопали. Когда мы вылетим в пространство, отбросите витинья груз. Отбросите витинья груз. Что с тобой, Малик? Я не знаю. Потом все еще. Да. Так, вспоминай. Дамир Карданов. Степан Щепучев, первый. Далекие туманности у тебя, всей красотой необыкновенной, вселенной глядела в тебя, и ты глядел в лицо вселенной. А
от угольно-холодной шепоты, от млечных, Можно повторить. Елизавета Мухожина. Не пойму. Они все это время разговаривали. Мне еще болтать надо. Александр Фролов. Воздух вздрогнул от мощного взрыва. Ключ на старый. Корабль. От земли отделившись красиво. Он пронзил серебром. МКС распластал свои крылья. Кушать пальцем. Байконур бежит статуя крылья. Затаился. Эфир. Все работает в штатном эфире. Космос запаха в новом манере. Расплескал свои краски в картине. Две звезда. Молодец. Елизавета награждаетесь дипломом лауреата республиканского этапа всероссийского конкурса. Белла Гуртуева. Кто полетел к планетам первым? Татьяна Ларина. Кто полетел к планетам первым? Какой в апреле праздник раз в году? О космосе слагаются легенды. Герои, космонавты на виду. Им на Земле спокойно не живется. Их почему-то вечно тянет ввысь. Им звезды покоряются, сдаются. На их погонах золотом зажглись. Молодец! И наш подарок. Дана Шинахова. Даночка, один куплет. Давай. Ну, цветы. Даночка, давай один куплет, солнышко. Не мне, нашим зрителям. Жадный взор. Звезды, звезды, вы навеки придавали. Эмирбек Уначев. Ты с нами, ты с нами идешь на звезду. Без, без, единственный. Что такое? Не будет, не будет полета последнего. Понял, твой первый полет. Тебя вспоминаю. Конечно. Проспекты Москвы. Перезавтра. А дети на солнце играют сюда. Значит, ты на планете живешь. Ты мир подживу с удивительной ситуацией. Сияет дует, кажется, а ты был добрый вас. Стало людям теплее. Все ближе на мне вспоминает. И подвигом жизни не будет на солнце. Восходит на мир, созвездие выбирается. Спасибо тебе огромное. Рамиль Карданов. Анатолий Лисицын. Космонавт. Мы в ракете серебристой полетим легко и быстро прямо в небо среди туч, где играет солнце лун. На недельку, на одну залетим мы на Луну. День или два, по крайней мере, погостим мы на Венере. А потом в обед как раз полетим играть на Марс. Если сядем на Юпитер, через год домой нас ждите. Молодец! Малик Небежев готов? Волнение сняли. Не знаю, что с ним сегодня вообще в шоке. Станислав Куняев, когда мы вылетим в пространство? Когда мы вылетим в пространство, отбросив тяготение груз, сначала нам покажется странным. Потеря многих наших чувств исчезнет столько предрассудков, рожденных разумом земным. Ведь шутками исчезнут сутки, а с ними суточный режим.
исчезнет чувство горизонта, власть горизонта над людьми, и станет ощущение солнца с обвинением любви. Молодец, молодец. Собрался. Дамир Карданов. Пан Щипачев. Первый. Первый. Так, авторская... Так и называется альтернатива. Да. Выбор. Так, позвольте авторское произведение выпускника образцового коллектива «Альтернатива» Эрика Ахметова. Ахметов Эрик, я мечтаю. Я хочу полезным для России быть. Я хочу галактику новую открыть. Полететь в ракете неведомым мирам. Я найду, добуду, все узнаю сам. По луне загадочной медленно пройду. В каждый кратер луны смело загляну. Я отправлю миссию на безлюдный Марс. Красная планета ожидает нас. На Венере гордой напишу сонет. На Сатурне музыку для больших планет. Я хочу, чтоб космос обитаем стал. Чтоб могли устроить звезды карнавал. Может, хватит лезть, скажете мне вы. Тише, не спугните детские мечты. Ведь с мечты наука начала свой путь. Я найду, открою, подождите чуть. Молодец. Молодец. А как поступим? Я принесла чистый план. Заполню, потом передам. Да. Давай как будто бы вручаем, чтобы уже картинка получилась. Молодец, спасибо огромное. Дамир Карданов. Первый. Далекие туманы за тебя, всей красотой необыкновенной. Вселенная летела за тебя. Ты глядел, кто вселенной. От угольно холодной черноты от млечных юг, советы были. Советский человек, вернулся ты, не посидев от звездной пыли. И Родина приветствует тебя, и человечество стоит и рукоплещет, и спину непокорную горбя, вселенная к тебе склоняя плечи. Молодец! Молодец! Цифрочку положи. Дана Шинахова. Конечно, читай, Дана. Просто читай. Давай. Даночка, сюда повернись, солнышко. Сюда лицо. Дана первый раз выходит на аудиторию. О, поддержим аплодисменты. Первый раз. Давайте действительно поддержим. Дебют. Здорово. Ковали вы на дело. Человек же. Человек же один. Да, можете
Thank you.